просим разобраться в данной ситуации. Нам был дан приказ командирам роты об отступлении с позиции, так как нас обстреливали танки, минометы. В свою очередь, командование нас не прикрывало и не давало нам никакой поддержки. У нас были только автоматы, а все остальное вооружение было повреждено. Теперь нас хотят обвинить дезертирами, так как командир роты говорит, что приказа не отдавал. Командованию на нас наплевать. Нам с самого начала сказали, что мы будем в теробороне, начиная от самого военкомата, где мы призывались, в Ярославской области. Но нас обманывали. По прибытии сюда мы ходили на штурмы и сидели на самых передних краях фронта. Никакой третьей, четвертой линии, сказанной президентом, не было. В итоге мы просим в этом во всем разобраться и просим у вас помощи.